Ежедневно сотрудники «Газпром» газораспределения Махачкала проводят выездные инспекции по выявлению и устранению несанкционированных врезок. Нарушения зафиксированы в жилых домах по улице Газпромная и Гапцахская. Близ многоэтажек газовые трубы поросли камышом и усыпаны песком. Для некоторых врезок и вовсе использовали пластиковые трубы и резиновые шланги, предназначенные для воды. Помимо этого, у хозяев квартир нет договоров на поставку топлива и технического обслуживания внутридомового газового оборудования. Хотел бы обратиться к гражданам и сказать, что прежде чем покупать квартиру или частный дом, неважно, надо обратить внимание в первую очередь на наличие всех документов, в первую очередь газовых, там, по электричеству, чтобы потом в дальнейшем не возникало никаких проблем с отключением. Потому что в зимний период времени жителям очень тяжело. Мы в целях безопасности, думая о гражданах в первую очередь, отключаем эти дома, чтобы избежать аварийных ситуаций в городе. Специалисты отключают дома от природного топлива, применяя сварочные работы. Но, как показывает практика, жители находят новые способы подключиться к газу. Почти во всех случаях делают они это, грубо нарушая правила безопасности. Последствия могут быть летальные: утечка газа, смерть от удушья и взрывов. Самовольщики рискуют не только своей жизнью, но и безопасностью соседей. Такие мероприятия проводятся ежедневно. В среднем в день выявляется и отключается около 30 домов, в том числе и многоквартирный, и частный сектор. При выявлении самовольных подключений действия по отключению данных домов проводятся незамедлительно, без предупреждения. С начала этого года в Махачкале выявлено более 420 фактов самовольного подключения к газораспределительным сетям. Собственники понесут не только убытки в виде штрафа, но и могут лишиться свободы сроком до 5 лет. Лариана Шамхалаева, Салман Гитихмаев, новости ННТ Махачкала.